основная задача нашего подразделения – это прикрытие подразделения артиллерии, подразделения пехоты во всех видах боя. То есть противник очень часто использует для корректировки своей артиллерии беспилотно-летательные аппараты, которые эффективно уничтожают в нашем комплексе. А вот, собственно говоря, один из трофеев той батареи, с которой мы сейчас работаем. Турецкий Байрактар. Он, можно сказать, уже вот в таком разобранном виде и находится в полевом музее у самой передовой. Морпехи-зенитчики неоднократно подтвердили эффективность ЗРК «Аспект».